А сейчас я вам покажу нечто очень прикольное. Я думаю, вы поразитесь так же, как и я, увидев, как вот эта вот самочка Fematurus excelsis, каких здоровенных малышей она родила. Это просто невероятно. Сейчас достану одного, их двое. Вот сейчас я их даже поближе вам покажу. Вот, вы понимаете, в сравнении, какие они? То есть вот, если на него сидеть, это вот как? Вот просто вот сейчас второго возьму, и для меня реально вопрос, как? Они по длине такие же, как она, то есть они вдвоем. Как она это в себе носила, почему? Как они туда помещались? Даже если они были скрюченными, как они в этом маленьком животике помещались? Это просто невероятно. То есть вот, она сегодня родила таких огромных малышей. Как вот в женском организме вот это поместилось? То есть если по хвостам еще взять, то они длиннее ее получаются. Такие спокойные, когда ночь. Вот. Спят. Так бы, конечно, она днем не лежала и не давала себя так тискать и класть на нее ее же малышей. Но это просто потрясающе. То есть жалко, они сейчас не такие яркие, потому что, опять же, ночь, у них освещения сейчас нет. Плюс, дети, такое ощущение, что в какой-то типа линьке, видимо, в первой своей. Один день получается. Как это вообще возможно? Как такое получилось и как они туда поместились? У вас есть, если ответ на этот вопрос? Пожалуйста, нарисуйте мне.